Здравствуйте, любители видеоигр и электронных развлечений! Сегодня воскресенье, и вы правильно сделали, что включили свои телевизоры на телеканал «Премьер». Мне пришло довольно же много писем. Спасибо, я проанализирую каждое. Ну а сейчас от слов ближе к делу. Многие из вас, посмотрев на экран, уже узнали этого героя. Да-да, дорожный бегун на Супер Нинтендо. Не дают мысли о ловле этой птички бедному койоту покоя. Уж каких приспособлений он не использует, чтобы достичь цели, но всегда почему-то попадает пальцем в небо. Наверное, ведь такого юркого бегуна не просто поймать. В игре вам предоставлена возможность управления дорожным бегуном. Пройти 5 сложных уровней, в каждом из которых по 3 этапа. Эта задача не из легких. Что касается меня, то я заблудился где-то в дебрях 5 уровня. Создатели игры, компания Sunsoft, были не лишены юмора, и эта игра напичкана им до отказа. Уж как не везет бедному койоту, что с ним вытворяют создатели игры и дорожный бегун. Боковыми кнопками на джойстике L и R вы сможете показать койоту язык или выкрикнуть боевой клич роудранера «Бип! Бип!». Вы уже знаете игру «Семейка Адамсов» по прошлой передаче. Теперь настало время узнать секреты и в этой игре. Чего-чего, а их уж поверьте, здесь навалом. После взятия ведра на кухне идите в ванную и включайте душ. Потом встаньте под него, и ведро в таблице наполнится водой. После этого идите к горящему камину. Как только вы встанете в него, огонь погаснет, и тогда вы нажимаете кнопку «Б», и вы окажетесь в комнате, полной долларов. Для того, чтобы попасть в сад, нужно в библиотеке дать слуге ноты, а потом бежать в главный зал. Слуга начнет играть, и влюбленная парочка освободит проход. В картинной галерее за вами бегает шкура белого медведя. Чтобы ее остановить, нужно по картинам передвигаться назад. В конце между картинами будет капкан. Перепрыгнув через него, он упадет, и шкура, попадя в него, уже не сможет выбраться. Некоторые думают, что нужно делать в игре «Симпсоны» на приставке Sega. Скажу заранее, что кирпичи нужно брать, вставая на них и нажимая джойстик вниз. А чтобы они появились, нужно опять нажать джойстик вниз. Что потом вам придется делать, вы сейчас сами увидите. После выхода нашей передачи в эфир письма шли к нам сплошным потоком. Сейчас их стало меньше, но зато какие они интересные и красивые. Например, вот это вот письмо, которое написал нам нечто Андрей. На этом носовом платке он нарисовал телевизор Sony и компьютер Panasonic 3DO. На телевизоре были титры нашей передачи. И, конечно же, он свою фамилию написал самыми крупными буквами. И продолжение его письма – это компьютер Дэнди и телевизор. Конечно же, на этом компьютере невозможно играть, кнопки не нажимаются. Но зато телевизор совсем как настоящий. И даже есть обратная сторона, на которой написано «без задней крышки не включать». Но у этого телевизора есть один недостаток. На нем все время показывают одно и то же. Я думаю, что таковой Максим долго старался, чтобы нарисовать эту картинку. Мы благодарим вас за то, что вы напишете такие интересные и красивые письма. Авторов самых красивых и интересных писем будут ждать призы.
А теперь настало время подвести итоги четвертой викторины. Вы, наверное, думаете, почему я такой грустный? А чему радоваться? Опять никто не угадал эту викторину. Андрей Нешта угадал 8 игр. Ему не хватило 2 игры до выигрыша. Но ничего, Андрей, может, в следующий раз у тебя что-нибудь да и получится. А сейчас вы узнаете ответы на четвертую викторину. Первая игра Gunstar Heroes на приставке Sega. Вторая игра Art of Fighting на такой же приставке. Третья игра Kadash, тоже на приставке Sega. Четвертая игра Life Force на приставке Dendy. Пятая игра New Son Son на приставке Dendy. Шестая игра Мультманьяки на приставке Super Nintendo. Седьмая же игра Операция Волк на приставке Dendy. Восьмая игра Talispin на приставке Dendy. Девятая игра Super Hang-On на 16-битной приставке Sega. И десятая игра Палач на приставке Dendy. Super Nintendo. Настоящее японское качество. Технология, не имеющая аналогов. Супер игра, в которой ты повелитель. Будь хозяином новой реальности. Уже сегодня в магазинах Dendy по всей стране. Совершенная игровая система. Super Nintendo. Привет всем тем, кто смотрит телепередачу «Мир Dendy». В эфире рубрика 8 и 16. И как всегда мы сравниваем игры на Dendy и на Sega. Говорят, что один в поле не воин, но это неправда. И в этом вы убедитесь в игре Рэмбо на Dendy и на Sega. Да, действительно, здесь только один Рэмбо против целого полчища врагов. Но не сомневайтесь в своих силах, берите джойстик и вперед. На Dendy это игра для тех, кто любит думать. Здесь Рэмбо воюет, как ни странно, с животными. Да, и чему его учили в школе? Ведь животных надо охранять, а не уничтожать. Одним словом, это игра для тех, кто любит бродить по лабиринтам. На Sega эта игра более интереснее, чем на Dendy. Здесь главному герою Рэмбо предстоит пройти множество этапов. Хотя здесь на него и нападают враги, но ему не страшно. Он оснащен таким мощным оружием, от которого противнику не забровать. Одним словом, используйте все шансы для победы. Если вы хотите побывать в настоящем казино, но у вас такой возможности нет, тогда не отчаивайтесь, а приобретите себе 8-битовый картридж казино Палас. Сначала вы едете на автобусе по городу Лос-Анджелес. По дороге вы можете зайти в казино, где у входа вас ждет девушка. И она раздает каждому посетителю фишки в размере $1000. Взяв эти деньги, вы можете сыграть в покер при помощи фишек. Но не только в покер вы можете сыграть. Еще вы можете сыграть в блэкджек, в два вида рулеток и всевозможные другие игровые автоматы. Но если вы проиграете все деньги, девушка извиняется и выводит вас из казино. Но если вы выиграете много денег и вам надоест играть, то вы можете подойти к той же самой девушке и разменять эти деньги на доллары. Но главное преимущество в этой игре – то, что в ней вас не могут ограбить. Хорошо, сынок. Покажи мне, кто из них так поступил с тобой? Зверь вернулся, но теперь он 100 раз сильнее. Donkey Kong — новая игра для Game Boy. Время нашей передачи подошло к концу. В любом случае, каникулы заканчиваются. Но вы не забывайте нас. Пишите ответы на викторину. 2 человека уже выиграли. Когда наберется 5 человек, между ними будет проведена игра Super Dendy с супер призами. Ну а вы не забудьте наш адрес. 23630, город Калининград, улица Кирова, 7, кабинет 102, телеканал «Премьер», «Мир Dendy». До встречи!